Метательные ножи поражают врагов издалека. Метательные ножи поражают врагов издалека. Тебе не сбежать! Нет! Я уступлю! Отвлекать врагов мертвыми телами.
На! Убейте его! Тебе что-то нужно? Уходи! Гонора Чекин. Сверху тебе дару! Давай, бежать тебе некуда! Асанан! Ерунчеддан! Ерунчеддан! Чауфа самуту гуна! Пока можешь! Помолоин! Я! Анару, мэн! Я! Гэль, буроя! Дари мне товар, твою душу!
Gut. Welche Reise da dienst du nochmal, Alias? Ich geh da, Mosch! Ты пытался добиться на Мале, а за такой бегут? Я догоню тебя! Кальбурая! Ты уже проиграл, даже если не понимаешь этого! Как думаешь, что одолеть? Я понимаю! Если вы отразили мощную атаку, враг будет... Не дайте ему уйти! Это безумие! Остановите его! Сюда! Скорее! Не дайте ему уйти! Я вижу его! Вон он! Ты от меня не уйдешь! Вы можете отвлекать врагов мертвыми телами.
Я! Воу! Я! Убейте его! Я не сбежал! Я! Я! Стража! Это человек-убийца! Они должны прекратить, пока никто не пострадал. Где-то тут. Сюда! Тебе не уйти!
Если вас обнаружили, путь к побегу можно расчистить. Убейте его! Не дайте ему уйти! Хватит бегать! Тебе все равно не уйти! Он здесь! Тебе не уйти! Я нашел его! Убей! Давай! Тебе не уйти! Тебе не сбежать! Выходи и сражайся! Вот он! Держи его! Вернись сюда! Я знаю, что ты прячешься от меня, трус! Yes!
Убейте его! Kaçmasına izin vermeyin. Lan отрублю голову. Lan taflata мин. Остановите его. Сейчас. Я прошу тебя. Астре. Я тебя поймаю. Хватит бегать, тебе все равно не уйти. Эксплуатай. Я догоню тебя! Я! Выбрав в бою спрятанный клинок, вы сможете быстро... Если вы создали волнение, разумно будет...
бойня иметь и стёртун. Гель бурая. Я! Оу! Гель бурая. Я! Чиме бы... Метательные ножи поражают врагов издалека. На помощь! Помогите кто-нибудь! Да кто ты такой? Отрублю! Добром это не кончится! Хватит бегать! Он всерьез думает, что одолеет меня? Тебе конец! Да примет Аллах твою душу! Хочешь умереть? Будь по-твоему! Какая мерзость! Я! Это пустая трата времени. Ты от меня не уйдешь. Не дайте ему уйти. Это будет просто. Неверный, у тебя нет ни малейшего шанса. Со мной Аллах. Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Все.
здесь найдешь все, что тебе нужно, друг. Абсолютно все. Подходите, смотрите, вы останетесь довольны. Месте. Все свежее и по отличной цене. Тебе что-то я нужно? Я ничем не виноват. Ну, зачем ты это делаешь? Не подходи. О, тебе! Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Это не добрый знак. О, нет, что случилось? Пожирает землю, и тысячи полегли, защищая... Лучшие каналы во всей стране! Трагедия. На помощь! На помощь! Он хочет меня убить! У него меч! Вот! Стражу забил! Скажи на милость! Уйди с дороги! Ты умрешь здесь! Отрубай! Я понимаю! Он хочет меня убить! Помоги! А чего он... Почему? Давайте бежать тебе некуда! У тебя нет ни малейшего! Давайте бежать тебе некуда! Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Да? Там, где о, они, нет. Они говорят, у них высшая цель какая? Невежество? Насилие? Безумие? Мы должны дать им отпор любой ценой. Она всемогущая. Зачем ты сделал это? Что здесь произошло? Я стою перед вами, дабы предупредить вас. А? Если Ричард... Покажись! ...захватит Яффу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Ничего, ты мог покалечить меня. Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. Могу я заинтересовать тебе своими товарами? О, ты выбрал правильное место. Нет лучше торговца, чем я. Смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными, сильными, как Салах ад-Дин, и сражайтесь с врагом так, как можете. Закончены.
У меня есть все, что вы можете пожелать. У меня много разных товаров, даже слишком много. Что он делает? Лучшие товары во всей стране. Люди, подходите, посмотрите на мои... Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Сюда, сюда, позволь показать тебе весь мой товар. Только сегодня скидки на все товары. Сюда, подходите. Подходите, подходите. Большая распродажа. Люди, подходите. Посмотрите на мои товары. Сюда, сюда. Позволь показать тебе весь мой товар. Добро пожаловать. Здесь все, что тебе нужно. У меня есть то, что тебе нужно. Сюда, сюда. Позволь показать тебе весь мой товар. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. Ты все понял? Да. Доставить письмо вашему другу-торговцу. Ты знаешь, кого искать? Того же, кого и всегда. Не вздумай выдать мое присутствие в городе. У нас много глаз, много ушей. Дай много рук, чтобы затыкать тех, кто много болтает. Я все это знаю. Даю слово. Ладно. И побыстрее. У нас мало времени. Скидки на все товары. Сюда, подходите. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. Люди, подходите. Посмотрите на мои товары. Добро пожаловать. Здесь все, что тебе нужно. У меня есть то, что тебе нужно. Сюда, сюда, подходите, подходите. Тебе весь мой товар. Шайтан всюду вокруг нас и смотрит. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Искушает нас. Будьте сильными. Я что, похож на торговца? Нет, ну и убирайся. И сражайтесь с врагом так, как можете. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Вы глазам своим не поверите. О, нет, тобой. Он только что врезался в него. Похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы друзья он... Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. Но он должен прекратить это ребячество. Он точно разобьется. Он точно разобьется. Я собираюсь ему помогать. Мир и покой тебе, Альтаир. Полагаю, ты ищешь информацию о Тамире? Боюсь, мне нечем тебе помочь. Но Бахир может что-то знать. Он должен быть где-то поблизости. Думаете, кто-то гонится за ним? Куда он так спешит? Что на него нашло? Не стоит ему так бегать. Прекрати, ты делаешь мне больно. Вор! Грязный вор! О, похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно.
Люблю таких клиентов. С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Так они послали тебя? Интересный выбор. Хотя не мне судить. Рафик просил меня понаблюдать за базаром, который Тамир зовет своим домом. И вот что я обнаружил. У юго-восточных ворот собираются некие люди, которые не очень-то ладят со стражей. Попробуй заслужить их доверие, и наверняка они смогут тебе помочь. Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться. С севера идет английский король. Мой товар лучший! Что-нибудь приглянулось? Он сошел с ума? Думаете, кто-то гонится за ним? Для чего он это делает? Тебе нигде не найти товар лучше! Уверяю тебя! Ничего себе! Эй, ты! Да, ты! Подходи, посмотри мой товар! Интересно, что он за тень? У меня есть все, что тебе нужно, я уверен! Взгляни и убедись! Ну еще, если так, еще раз, позову стражу. Я к твоим услугам. Говорю тебе, это крысы. Нет, это дети, я слышал их смех. Крысы, дети, все равно это мешает работе. Шумят они. Надо, чтобы кто-то поднялся и согнал их оттуда. Как они вообще туда попали? Наверное, через центральный двор. Надо попросить стражу посмотреть. Ха, это вряд ли, они все заняты лизанием пяток своему господину. Мой товар лучший. Что заставляет его делать это? Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не случится. Здесь все, что нужно.
Воришка, увидишь, тебя отрубят руки. Ну, помогите же. Прекратите, делай мне больно. Да кто ты такой? Я тебе голову. Поймаю. Добро пожаловать. Здесь все, что тебе нужно. Это пустая трата времени. Ты от меня не уйдешь. Это будет просто. Со мной Аллах. Тебе не победить. Слава Богу, ты спас меня! Весь город узнает о твоем подвиге! Что? Кто это сделал? Кто это? Кто? Кто это сделал? Где тот, что заварил эту кашу? Останови меня! Хватит бегать! Тебе все равно не уйти! Умри! В сторону! Что ты делаешь? Иди прочь! Ищите его! Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Ты что-то хочешь? Ты заплатишь за свои грехи! Я тебя поймаю! Это будет просто! Увидишь, тебя отрубят руки! Ничего себе! Что плохого я тебе сделала? Зачем ему? Грязный вор! О, ты выбрал правильное место! Нет, лучше торговца, чем я! Что-нибудь приглянулось? Вор! Грязный вор! Подходите! Большая распродажа! Ну, помогите же! Вор! Грязный вор! Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Что-то нужно? Это помощь! Давайте бежать, мне некуда! Мы должны драться, кто-то пострадает. Меня.
город узнает о твоем подвиге. Кто мог совершить такое? Что здесь происходит? Что здесь произошло? Умри, вор! Лучшие товары во всей стране! Все, что можно. Я тебя где-то видел! Оставь меня! Я ничего не сделала! Смерть неверная! Друзья мои, Ты жалок! Ты заплатишь за свои грехи! Ты от меня не уйдешь! Я убил его! Слава Богу, ты спас меня! Кто это сделал? Весь город узнает о твоем подвиге! Что здесь произошло? Кто мог совершить такое? О, что это было? Что его так напугало? У меня есть то, что тебе нужно. Для чего это он так торопится? Альтаир, мне нужна помощь. Я кое-что взял у одного из людей Тамира. Они ищут меня, пожалуйста. Проводи меня в безопасное место, и я с тобой поделюсь. Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете все. Спаси меня, брат! Это кончится плохо. Кто-нибудь, позовите! Помогите! Тебе не нравится, ты убийца! Я тебя! Спаси, Аллах! Спаси меня, Аллах! Где тот, кто заварил эту кашу? Мы в безопасности. Отсюда я доберусь сам. Вот, возьми. Это что-то вроде приглашения. Надеюсь, оно поможет в твоем деле. Кто это сделал? О, нет, что случилось? Убейте его! Что это? Я поймаю! Они не должны быть, чтобы пострадали. Тебе не следует здесь находиться. Уходи.
Если вас обнаружили, резко поворачивайте. Похоже, спешу. Лучше не создавать проблем. Секу тебе голову! Король, тебе не сбежать! Король, я знаю, что ты прячешься от меня, трус! Они пошли против воли Бога! Что он делает? Мне не доводилось. Сюда! Тебе не уйти! Тебе не сбежать! Выходи из кратера! Что он ждет? Тебе не уйти! Похоже, он торопится. Неверный! Он, похоже, спешит. Дороги, чертова отродья! Я знаю, что ты прячешься от меня, трус! А чего он думает? Вернись сюда! Вот он! За ним! Вернись сюда! Тебе не сбежать! Трус! Проклят христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Глупец. Лишь страдания и боль. Уходи и дают меня на глаза. Невежество, насилие, безобразие. Мы должны дать им любой ценой. Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. О нет, это не опять. Он войдет в Иерусалим. Мы должны дать ему возможности сделать это. А? Это город наш. Он всегда был что, нашим. Он бежит от кого-то. Наш долг защищать его. Он точно кого-нибудь убьет. Вор! Грязный вор! Внимайте мне, граждане! Ты что-то хочешь сказать? Делайте! Кто видел это убийцу? Хочешь умереть? Будь по-твоему. Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! О, нет, это ужасно! Да? О, нет. А, что тут стряслось? Во имя Аллаха. Только не опять. Нужно что-то делать. Это дело времени, рано или поздно об этом узнают.
Но скажи ему, безопасность рынка в его интересах. Он не будет слушать. Он слишком занят этой новой сделкой. А стражники? Уже пробовал. Если нет приказа от Тамира, им просто плевать. И что будешь делать? Пойду к Абуальну к воду. Королю-купцу? Ха, он тебя не примет. Это не нужно. Я написал обо всем в письме. Он прочтет его и сам решит, что делать. Ох, как это ужасно. Что? Что случилось? Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Выбрав в бою спрятанный клинок, вы сможете быстро... Похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. Люблю таких клиентов. Подходите! У меня много разных товаров, даже слишком много. Айол, я этва! Сама нахатая! Ай, табрата мэнни! Этва! Сама нахатая! Люди, подходите, посмотрите на... Ты поплатишься жизнью! Ты смеешь красть меня на глаза! За это ты поплатишься жизнью! Лучший товар во всей стране! Умри его! Решил обратиться ко мне. Грязный воришка! Увидишь тебя друга труги! Сюда! На помощь! Да кто ты такой? Еретик! Я отсеку тебе голову! Интересует вот это? Нет? Ну, это далеко не все. Обыщите все! Вот он! Люди, подходите, держи его! Посмотрите на мои товары! Вы глазам своим не поверите! Не дайте ему уйти! У меня много! Слишком много! Сюда! Оттуда выхода нет! Ему конец! Добром это не кончено! Я! Где эти товары лучше? Внимайте мне, граждане! Слава богу, ты спас меня! Весь город узнает о твоем подвиге! Эй, ты! Да, ты!
подходи! И посмотри, мой товар! Он, похоже, спешит. Если вас обнаружили, сбежать будет легче. Умри, вор! Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость! Ты смеешь красть у меня на глазах! За это ты поплатишься жизнью! Прекрати, ты делаешь мне больно! Кажется... Умри, вор! Что его так напугало? Наверное, опасный король и его армия неверны. Он только что врезался в того человека. Подходите, посмотрите на мои товары! Вы глазам своим не поверите! Он кого-нибудь убьет. Может, тебя заинтересует вот это? Нет? Похоже, он куда-то очень спешит. Лучше там тебе нигде нет! Тебе нигде не найти товар лучше! Тебе нигде не найти! Нет? Ну, это далеко не все, товар полно. Похоже, ты точно знаешь. Точно кого-нибудь шибко. Люблю таких клиентов. Останетесь довольны! Здесь найдешь все, что тебе нужно. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Куда он пошел? Эй, ты! Тебя чьими буйными? Понимаете мне, граждане, если вы устали от низкокачественных товаров, все ко мне! Мой товар лучший! Я к твоим услугам. Он должен прекратить это ребячество. Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя! Подходи, подходи! Для чего он это делает? А, ты выбрал правильное место! Нет лучше торговца, чем я! Тебе нигде не найти товар лучше, уверяю тебя! Ждет! Кто видел, что здесь было? Нас. Будьте сильными! Сильными, как Салах ад-Дин! И сражайтесь с врагом так, как можете! Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы должны дать ему возможность сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим. И наш долг защищать его до самой смерти. Будь проклят христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и боль. Что плохого я тебе сделала? Люди, подходите, посмотрите! Умри, неверный! Вы не поверите! Вы должны сказать, что кто-то пострадает. Неверный, я понимаю! Почему я? Что я делаю не так? Он только что убил человека! Я все видел!
Слава богу, ты спас меня. Весь город узнает о твоем подвиге. Что тут стряслось с твоими Аллахом? О, нет, это ужасно. О, как это ужасно. Что тут стряслось с твоими Аллахом? Ты? Я знаю, ты где-то здесь. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас. Кажется, смотрит, за ним кто-то гонится. Ждет, искушает нас. Вот, это Гирмон. Ему пищу. А после битвы предводитель распорядился заплатить Тамиру в 1000 раз больше. Беги за собой! Интересно, когда Тамир водил караван между Дамаском и Иерусалимом, но дела у него не шли. В Иерусалиме никому не были нужны его товары, фрукты и овощи с близлежащих ферм. Никто не знает его лучше меня. Подходите, послушайте, что я скажу о несравненном мастере торговли. Говорят, если бы не Тамир, люди Саладина обратились бы против него. Может быть, и ту битву мы выиграли благодаря ему. Мне кажется, ты должен отойти. Ты грязный разбойник! Остановите! Это кончится плохо. Похоже, ты многое знаешь о Тамире. Что он задумывает? Я знаю только эту историю, ничего больше. Жаль. Зачем оставлять тебя в живых, если тебе нечего дать взамен? Стой, стой! Я знаю кое-что. Продолжай. Он сейчас очень занят. Руководит сбытом большой партии оружия. Ну и что? Он продает его Салах-ад-Дину. Это мне ни к чему. Как, впрочем, и ты. Нет, стой! Послушай, не Салах-ад-Дину, а кому-то еще. Гербы на доспехах, а не другие. Я не знаю, чьи. Похоже, Тамир помогает другим. Я не знаю, кому. Это все? Да, да. Я сказал тебе все, что знаю. Тогда пора тебе отдохнуть. Вор! Грязный вор! Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Это кончится плохо. А мы должны драться. Тебе не лезь! Сюда! 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 Сюда!
Слава Богу, ты спас меня! Весь город узнает о твоем подвиге! Тебе что-то нужно? Что это с ним? Этот человек убийца. Чтобы победить в схватке с несколькими врагами, Ходит убийца. Как это ужасно. О, что это было? Альтаир, рад видеть тебя невредимым. Я тебе тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте.
Все в порядке. Да, ты никогда не был сторонником Кредо, правда? Все сказал. Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Полагаю, ты узнал о своем враге все, что нужно. Да, вот что я узнал. Тамир заправляет рынком Аль-Силах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы? У него назначена встреча на его рынке и обсуждение важной сделки. Говорят, что самое важное в его жизни. Он будет занят своей работой, тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежен. Я отпускаю тебя. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Перемотка на более поздний участок памяти. Король и его армии неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся. Тебе нигде не найти пара лучше, уверяю тебя. Для чего он это делает? Люди, подходите. Пара монет. Я прошу всего лишь пару. Взгляните сюда. Меня не интересуют твои расчеты. Цифры ничего не изменят. Твои люди не выполнили заказ, и из-за тебя я подвел клиента. Нам нужно время. Так говорят лентяи или неумелые. Ты из таких? Нет. А факты говорят иначе. Вот скажи, как ты собираешься разрешить это затруднение? Оружие мне нужно немедленно. Я не знаю. Люди работают день и ночь. Но ваш клиент требует слишком много. И вести все – очень сложный маршрут. Лучше бы ты оружие ковал так же быстро, как куешь свои оправдания. Я сделал, что мог. Этого мало. Значит, вы просите много. Много? Я дал тебе все. Без меня ты бы все еще был жалким заклинателем змей. Все, что я прошу, вовремя выполнять заказы. А ты говоришь, что я прошу многого. Ты смеешь оскорблять меня? Нет, Тамир, я не хотел. Надо было прикусить свой язык. Нет, хватит. Хватит? Ха! Да я только начал. Нет, нет. А, ой. А, ай. Ты явился на мой рынок. Торговал с моими людьми. И посмел оскорбить меня? Ты должен знать свое место. Нет, оставь здесь. Это будет вам всем уроком. Дважды подумайте, прежде чем говорить, что чего-то не можете. А теперь за работу. У меня совсем ничего нет. Покойся с миром. Ты заплатишь? Вы все заплатите. Похоже, сейчас платишь ты, друг мой. Тебе больше не заработать на чужой боли.
Считаешь, я простой торговец смертью, наживающийся на войне? Ты сделал странный выбор, не кажется? Почему меня, когда многие делают то же? Значит, ты считаешь себя особенным? Это так. Потому что моя цель выше, чем просто деньги. Как и у моих братьев. Братьев? Он думает, я в деле один. Я лишь часть дела. Со своей частью работы. Скоро ты узнаешь об остальных. Им не понравится то, что ты сделал. Отлично. Уже предвкушаю их смерть. Столько гордости. Она погубит тебя, дитя. Не дайте ей уйти! За добром не кончится. Суми не кончится. Тебе конец! Остановить. Хватит бегать! Тебе все равно не уйти! Он не уйдет! Где он? Вот он! Ты не сможешь бегать вечно! Прочь с дороги! Узнайте, куда он пошел! Ты от меня не уйдешь! Врач! Лучше там тебе нигде не найти! Что тебе нужно? Слава Салахаддину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации! Я к твоим услугам! Я стою перед вами, дабы предупредить вас, если Ричард... его уже не остановить! Защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть уже не то. Убейте его! Хватит бегать, тебе все равно не уйти! Навсегда не спрячешься. До меня дошли известия о твоей победе, Альтаир. Прими мою благодарность. Спасибо. Жаль, что остальные до сих пор не относятся к тебе с должным уважением. Рафик, мне все равно, что думают обо мне другие. Как скажешь, Альтаир, тебе нужно рассказать все Аль-Муалиму. Я уверен, что у него есть для тебя новая работа. Перемотка на более поздний участок памяти. Вылезайте, мистер Майлз. В чем дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых.
Не скажете мне, кто засунул шило ему в задницу? У нас сроки, неделя. Уже 6 дней. Сроки? Мне нельзя говорить. Встаньте на мое место. Меня удерживает в заперти группа ученых и заставляет целыми днями лежать в какой-то машине. Вы не говорите, что вы ищете и для чего. А я должен быть благодарен за то, что вы сохраняете мне жизнь. Ребята, это полное дерьмо. Иначе не назовешь. И что вы от меня хотите? Подумаем, не знаю. Может, ответов на вопросы? Не могу. И так лучше. Безопаснее. Для кого? Для нас обоих. Эй, у меня есть вопрос, на который вы можете ответить. Какой? Почему люди там иногда говорят так, будто они из будущего? Будущего? То есть настоящего. Как сейчас. А еще вы, вероятно, удивляетесь, почему понимаете языки Святой Земли? Да, я как раз хотел... Анимус переводит речь, чтобы она звучала более-менее современно. Анахронизмов будет немного. Я бы могла сделать речь аутентичнее, но... Вы когда-нибудь читали Чосера? Кого? Да, пожалуй, это не для вас. Расскажите мне об Абстерго. Что здесь делают, кроме того, что держат меня под замком? Абстерго – одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. Она специализируется на антидепрессантах. В компьютере есть кое-какие данные. Но вы уже сказали, что это не испытание лекарства. Так что же? Мне не нравится, к чему вы клоните. Значит, я могу предположить, что анимус – это тайна. Что? Вы что, рекламу не видели? Боже, у вас есть чувство юмора? Извините, Дезмонд, у меня много работы. Если вы хотите узнать больше о компании, посмотрите в компьютере. Мы ведем работу в различных областях. Особенно интересен раздел телекоммуникаций. Ты не устал? У меня много работы. Ты не устал? Идемте, мистер Майлз. Времени мало. Где Люси? Не волнуйтесь, скоро она присоединится. Зачем все это, док? Чего вы хотите добиться? Вы смотрите телевизор? Читаете газеты? Никогда таким не интересовался. Тогда я вам дам краткую сводку. Мир в дерьме. Это печальное зрелище. Сами смотрите.
Со времен вашего предка прошла тысячи лет, а общество осталось все таким же варварским, все таким же глупым. А ваша цель? Порядок, мистер Майлз. Миру нужен порядок. Это наша цель, и вы помогаете нам достичь ее. Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Именно этим мы и занимаемся. Человечеству нужна уверенность. Люди хотят знать, для чего они здесь и что им делать. И мы ответим на их вопросы. Когда люди поймут, как им жить, все станет намного лучше. Лучше? Конец всем войнам. Большим и маленьким. Не это ли ваша цель, ассасины? Мир во всем? Я говорил, что я не ассасин. Ну да, конечно. Я все еще не понимаю, при чем здесь я? Терпение, мистер Майлз. Со временем вы поймете. Или не поймете. Мне все равно. Главное, чтобы вы показали, где оно. Где что? Извините, я опоздала. Мы готовы? Да, готовы. Ложитесь. Остальное наша забота. Выбрав в бою спрятанный клинок, вы сможете быстро... Отлично, Альтаир. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет не само действие, а то, как и когда оно производится, и какие последствия порождает. Что мне еще нужно знать? Альтаир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймешь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, ты справился с заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. А теперь отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. Скажите, зачем он это делает? Вот этому безумию есть объяснение? Он точно разобьется. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Я!
Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Секу тебе голову! Секу тебе голову! Понимаю, у тебя много дел. Чтобы вытащить второй кинар, нужно время. Ваша первая атака должна стать и последней. Он бежит от кого-то. Сфокусируйтесь на цели. Вот болван, он точно чего-нибудь убьет, вот увидите. Похоже, он куда-то спешит. Прекратить это ребячество. Он сбил человека. В этом была необходимость? Думаете, кто-то гонится за... Интересно, куда это он? Ничего себе! Люди спокойно реагируют на тех, кто забирается по лестнице. Он так спешит. Смотри-ка, что он делает? Больше так не делай! Что? Я убью тебя за это! Ты умрешь здесь и не уйти! Кто-то точно умрет! Как мы его упустили? Вот он!
Лови его! Я! Остановите! Я! Я вижу твое дыхание! Я видел это, увижу! Остановите его! Почему он так торопится? Не стоит. Чего это он рванул так? Интересно, куда это он? Что это с ним? А что он совсем делает? Идиот? Похоже, это больно. Нельзя ли поосторожнее? Очень странный тип. Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Что заставляет его делать это? Вот что бывает, когда бежишь, ложишь, надеюсь, никто не успел. Он должен прекратить это спячество. Что он делает? Очень странный тип. Зачем он это делает? Он что, совсем идиот? Тебе не следует стоять здесь. Он точно зачем это делает? О, нет! Он только что врезался в него. Я! О, воу! Я! Я! Если вас обнаружили, расталкивайте всех людей. Я! Я! Кого он убегает, этот глупец? Сделаешь так еще раз, отрублю тебе голову. Умоляю!
Убейте его! Ты от меня не уйдешь! Олах! Стража, убийца! Интересно, что он затеял? Не дай ему! Убейте его! Убейте его! И сейчас!
Освобожденные наблюдатели будут блокировать преследование. Я уступлю тебе дорогу. Gebe, kime boyun eğmek istiyorsun? Wow. Gel buraya. Gel buraya. Kime? Gel buraya. Geber kafir. Gel buraya. Kime boyun eğmek istiyorsun? Kime boyun eğmek istiyorsun? Kime boyun eğmek istiyorsun? İstiyorsun. Whoa.
Умрешь здесь и сейчас. Я убью тебя. Они не должны. Да! Ты от меня не уйдешь. Я нашел его. Не дайте ему уйти. Да! За ним, скорее. Он здесь, где-то рядом. Интересно, нет, давайте, да? Не дайте ему уйти. Он упадет, хватайте его. Осторожно. Он не уйдет! Ох, ну и варвары. Я тебя поймаю! Давайте, бежать тебе некуда! Узнайте, куда он пошел. Я нашел его! Вот он! Ты от меня не уйдешь! Я поймаю! Он устает! Хватайте его! Я догоню тебя! Ты не имеешь права так поступать. Ah!
Догоню тебя! Ты не сможешь бегать вечно! Кафир! Я! Дур-дур-дур!
Я тебя догоню! Я! Умри! Он здесь! Lasst ihn nicht entheilen! Не спешите. Если вы двигаетесь медленно... Убейте его! Смерть убийце! Ты мой! Ха! Не потеряйте его! Обыщите все! Вот он! За ним! Вернись сюда! Насилие не решает проблем. Вот он! Остановите его! Не потеряйте его! Убирайтесь, черт! Умри, язычник! Не дайте ему оторваться от вас! Он будет драться с нами! Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких... Ты умрешь здесь и сейчас!
Убийца! Тебе не уйти! Он должен устать! Думаешь, сможешь убежать? Но видел, куда он пошел! Я вижу его! Вон он! Думаешь, сможешь убежать? Отпишите везде! Он убийца! Догоните его! Он не мог уйти далеко! Вот он! За ним! Скорее! Он точно не захватит. Захватите его! Я не собираюсь ему помогать. Кто-нибудь видел его? Вот он! Не дайте ему уйти! Да. Ты от меня не уйдешь! Он здесь! Ты мой! Пощади, пощади меня! Знаешь, можно бы и поставить? Ты станешь опять! Да!
Я! Боже правый, это же убийца! Можешь меня одолеть? Если вас обнаружили стражники, скройтесь. Mm.
Убийца! Не дайте ему уйти! Не выйдешь. Я! Воу! Я! Воу! Не спешите. Если вы двигаетесь медленно... Воу. 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 Да! Да! Воу. Да! 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 Ни шагу дальше. Ни минуты покоя. Что за... Воу. Puisse le... Tu ne m'échappes pas, papa. Ah!
Освобожденные наблюдатели будут блокировать преследование. Как можно быть таким невнимательным? Тунан брюльра он офер! Тунан брюльра он офер! Убей прям! Тебе не уйти! Что, опять драка? Не отставать! Ты мой! Он прячется, как крыса! Убейте его! Lasst ihn nicht enteilen! Сейчас ты умрешь! Glaubst du könntest mir entfliehen? Assassin! Attrapez-le, attrapez-le! Du bist mein! Tu ne peux pas m'échapper! Wie konnte euch entlaufen? C'est trop facile. У него действительно есть повод так себя вести. Whoa.
Я! Покажи себя! Остановите его! Вернись! Туда! Смерть, убийца! За ним! Скорее! Я! Да! Воу! Я тебя догоню! Остановите его! Как вы могли его упустить? Метательные ножи поражают врагов издалека. Осторожнее, ты мог ушибить меня. Я! Я! Фу. Тебе сюда нельзя. Уходи.
Не дайте ему оторваться от вас! Не отставай! Эй, ты не понимаешь! Ты от меня не уйдешь! Он хочет драться с нами! Он думает, что справится с нами! Дина Готес! Бендерахе Готес! Das ist unverzeihlich! Du wirst deine Strafe nicht entkommen! Gnade! Что? Кто это сделал? Кто это? Что произошло? Кто убил этого человека? Если у нас под боком ходит убийца. Кто это сделал? Думаешь, сможешь меня одолеть? Не дайте ему уйти! Как ты это сделал? Подойди, отсиди меня! Отпусти! Остановите его! Ты еще не повези! Ты умрешь здесь и сейчас! Я тебя догоню! Wer ist hier für verantwortlich? Ты умрешь здесь и сейчас! Они дерутся! Я убью тебя с этими глазами. Черт! С нами. Ладно, ладно. В следующий раз будешь думать перед тем, как лезть в драку. Как? Умоляю! Убейте его! Смерть убийцы! Скорее! Я отвлеку тебе руку! Что такое? Я тебя догоню! Не потеряйте его! Как мы могли его упустить? Вот он! За ним! Скорее! Как такое... Вернись сюда! Тебе не уйти! Я не верю! Ты заплатишь! Тебе не уйти! Тебе конец!
есть у нас под боком ходит убийца. Кто это сделал? Покажись! Убийца! Остановите его! Язычник, ты запутал! Узнайте, куда он убежал! Не отставайте, не дайте ему уйти! Айна, Катрина! Я поймаю тебя! Он не мог уйти далеко! Я его вижу! Я догоню! Не дайте ему уйти! Эльбиш! Вернись сюда! Она Это добром не кончится. Puisse le Seigneur me donner la force. J'ai besoin. Un assassin. Глупый, ты не понимаешь, что уже произошло. Je vais te tuer. Ton âme est impure. Этот человек убийца. Я не пойму. Je suis fait. Ma colère sera terrible. Je vais te triper. Un assassin. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Il s'est soucié. Ramenez-le-moi. Je te tiens. Убейте его! Смей убийца! Не шапер! Он хочет драться с нами! Вернись сюда! Je te tiens! Wer ist hierfür verantwortlich? Cherchez partout en toi! Là-bas! Il ne doit pas s'échapper! Tu ne m'échapperas pas! Je vais te trancher la tête! Ma colère sera terrible! Je vais t'étriper! Если вас обнаружили стражники, скройтесь. Ты даже не знаешь, надо что с этим делать. Стражу. Не стой! Язычник, пошел! Не вставайте, не дайте ему уйти! Я! Ты мой! Я убью тебя! Тебе не убежать! Узнайте, куда он убежал! Я выпущу его! Я вижу его! Не отставайте! Не дайте ему уйти! Пожалуйста, хватит! Мне больно! Не дайте ему уйти! Так меня не уйдешь! Схватите его! Не дайте ему уйти! Убийца! Ты от меня не уйдешь! Поймаю тебя! Умри, язычник! Как такое возможно?
Почему мужчинам всегда надо драться? Сюда! Он только что упал! Наконец! Давайте по-хорошему! Тебе не уйти! Кто-то должен быть! Боже Всевышний! Страва! Здесь убийца! Я тебя догоню! Пожалуйста. На помощь, помогите! Кто-нибудь! Глупый старик! Пожалуйста, хватит! Мне больно! Тебе не следует ударить меня, пожалуйста! Подходи! Не подходи! Тебе конец! Ладно, нихера будешь думать перед тем, как лечь, брат! Это просто случайность! Мне повезло! Язычник, ты умрешь здесь и сейчас! Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек, и будьте уверены, я этого не забуду. О! Да! О! Смотри по сторонам, дитя мое. Возможно, это спасет тебе жизнь. Где тот, кто заварил эту кашу? Прекратить это ребячество. Господи, он что, обезумел? Тебе не следует здесь находиться. Уходи. Замолчи. Никто не придет к тебе на помощь. Он убийца! Все равно некуда.
ничего не найти. У него действительно есть повод так себя вести. Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. Я хочу есть, я так голодна, подайте хоть чуть-чуть. Слышал про Алина? Лучник, что патрулирует восточное крыло? У этого бедняги брат поймал стрелу в горло. Боюсь, он и ночи не протянет. Как Алин вообще может сейчас работать? Он часто ходит к брату. Я прикрываю его, когда могу. Но сейчас ты не там. Нет, есть семейные дела, которыми надо заняться. Будем надеяться, доктор не узнает о его отсутствии. Не узнает, если ты не проболтаешься. Не бойся, я буду держать рот на замке. Толкнуть еще раз. Какого черта тебе надо? Не меня, пожалуйста. Выпущу тебе кишки. Что это такое? Смерть язычнику. Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены, я этого не забуду. Убийца на свободе. Господи, помилуй. О, нет. Что произошло? Это не добрый знак. Похоже, за ним кто-то гонится. Что это?